Доброго времени суток, друзья, с вами ВВ, и мы продолжаем играть в игру Heaven and Hearts. И сегодня я хочу вам показать новую очень интересную фишку, которая была 13 числа в обновлении. Теперь любой биом, который имеет горную местность, его можно копать. Вот, нажимаете лопатку, наводите, и он копает, выкапывает камни. И, как вы можете видеть, они получаются, ну, большого, можно найти большого качества, то есть как землю. И это прекрасно, потому что, ну, с одной стороны прекрасно, с другой стороны не очень, потому что это намного упрощает игру. Теперь можно сделать каменный топор бешеного качества. Ну вот я набрал столько много камней. И что я буду делать? Сейчас я вам покажу, что я буду делать. Вот такая штука. У меня получилась веточка 15,6. И сейчас я взял топорик. У меня уже не маленький. Так, и я буду крафтить новый топорик. Что у меня получится? Посмотрим, какого качества он получится. Потому что чем больше топорик, вот у меня скиллы 24-33, неплохие. Вот 23-8 получился топорик. А у меня топорик... У меня 23-8. Пока лучше не получилось, да? Теперь что я делаю? Я второй, наверное, топорик могу взять? Могу. Мне надо разломать. Вот, получились веточки 16,9. Я их повыбрасываю. И опять-таки сделаю топорик. 24,5. Топорик выброшу. И этот топорик тоже выброшу. Возьму топорик в руки. Сделаю еще веточку. Вот. Разломаю ее. Получу 17,2. 17,2. И еще раз сделаю топорик. 24,6. А у меня 24,5. Ну, то есть уже в принципе это максимум. В принципе, это максимум. 24,6, 24,5. Давайте еще раз сделаем, разобьем на кусочки. Это, конечно, ничего не даст, но сделаем несколько таких топориков. Крутых. Чтобы всем персонажам досталось. 17,3. Не скрафтилось. 24,7. Ну, пускай будет 24,7. Так, попробовать вот сюда поставить. Но это уже очень на чуть-чуть поднимается, видите? И еще нюанс. Из этих камней можно наделать стрел. Отличных, шикарных стрел. Я еще наделаю веточек. Потому что на этих веточках теперь можно жарить крыс. Хорошего качества будут они получаться. Потому что у меня на веточках 11 качества получались такие крысы хорошие. Ну, прикольные. А это еще лучше будет. Стрелы можно делать. Стрелы самые хорошие получались из косточек. Потому что косточки были 20-го вот качества. А теперь у нас камни 32-го качества. Вот эти косточки все можно повыбрасывать нафиг. Ну, может быть, там что-то другое с них сделать.
и делать стрелы из камней. Они получатся намного лучшего качества, чем... И причем камни, у нас ресурс бесконечный, не тратит энергии, это вообще читерство. Еще нюанс. Я нашел там в этих биомах, когда вы ходите, можно найти почти все минералы. То есть, ну, правда, найти руду я не встречал, но я встречал уголь. То есть уголь, представляете себе, уголь того качества, которого у вас прокачан выживание. То есть 30-го уровня качество. И интересно, какой получится металл на таком угле. Но если, конечно, сделать печку хорошего качества, это, ну, надо заморочиться. Но камни хорошего качества это супер. Камни идут во многие, очень во многие, ну, постройки. И, ну, это просто шикарно. Я просто в восторге. Вот такие вот интересные камни я насобирал. Вот такой вот есть, вот такой. Но это, правда, 10-го качества, но пока искал качественные вещи. Ну вот, интересно, и за каждый вот этот вот камень происходит телик. То есть, ну, опыт вы получаете за каждую разновидность. То есть новый, первый раз вы находите, и вы получаете опыт. Так, немного опять про фермерство. Вот я выделяю область, которую надо собирать, но он будет собирать только те растения, которые этого типа. Видите, пшеница попала в серию, но он собирает только флоксы. У меня шикарные флоксы 19 качества. Вот 18 качество я отложу. Сейчас отложу. Вот у меня 19 качество есть еще. 23-25. Почему не постакалось? Потому что 50, больше 50 не стакается. Вот. И подлаживать нет смысла, потому что здесь 40. Видите? Так бы можно было 19 подложить. А вот эти вот состакать можно. Тут 28 и 40. Вот будет 50. Вот такая штука. Но эти я не буду высаживать. Вот, цветочки надо пособирать. Вот это шикарные нитки, из них можно делать все что угодно. Я их положу вот здесь вот отдельно. Стрелы там качественные, там еще что-нибудь. Вот даже сушилку качественную. Так, я посажу, наверное, небольшой квадратик. Такой вот. Я просто не знаю, когда я буду переезжать. Даже если это не этот, тогда я просто вот эти заберу. Сколько у меня? Один стак заберу. Так, вот. И вот у меня место сохранится. Я вот это застакаю. Пац, пац. Хорошо. Теперь пшеницу. Смотрите, вот нажимаю на пшеницу, да? И выделяю вот такую область. И он всю пшеницу в этой области он ее пособирает. Очень интересно. Биомы заполняются, как видите. Вот здесь вот биом заполнился. Но и мне то, что мне не нравится, что заполняется даже вот считается как новый биом, то вспаханная земля, и она тоже расползается. Вот поползла сюда, поползла сюда. Чтобы она не расползалась, то есть надо ее ограждать этими. Вот. Пшеницы хорошей у меня нету, видите, 11 качества. Не буду высаживать, это лучше
искать хорошую пшеницу, когда получится, тогда буду размножать. Пока мне накапливать вот эту солому нету смысла вообще никакого, потому что я ее с собой не заберу. Можно из этой сделать муки и там наделать этого. И из муки наделать всяких пирожков. Попробовать, как оно. Что оно дает. Так, не помещается. Вот это что? Это... Вот это не знаю, что такое. Что я его выброшу. Еще не разобрался, что это такое. Так, вот цветочки пособираем. Цветочки. Ой, зацепился. Надо такая штука. Это у меня вот как бы временное поле такое для цветочков. Опыт. Цветочки тоже у меня фигового качества, поэтому... Такого этот цветочек даже не вырос, да? Странно как. Не вырос. Просто до него не достает, по-моему, этот... улей, поэтому он дольше растет. А это можно изучать. Цветочки — это классная штука. Их можно изучать. Вон, тыква у меня выросла. Тыква у меня давно выросла. Тут у меня вот с тыквы лежат эти. О, вот еще цветочки. Тоже можно пособирать. Вот так вот происходит. Опять первенство. Лук. Лук у меня весь не поместится. То есть, если я сейчас буду его собирать, то будет черти что. Я не хочу на это тратить время. Но я лучше буду подготавливаться к переезду и ко всему остальному. Ну, на этой... Это, в принципе, все, что я хотел вам показать, рассказать на сегодня. Вот, что-то у меня выросло. Это надо пересадить, да? Давайте мы это посадим сюда. Хоп. Вот так. Окей, одну штучку. Пускай одну штучку растет. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. До новых встреч. Всем пока. Удачи вам.